Добро пожаловать на 12-й день изобилия. Сегодня я расскажу вам о законе намерения и желания. То есть, когда вы четко знаете, чего же вы хотите, что ваше намерение. Когда вы чувствуете свое намерение глубоко в своем сердце, в своей душе, вы получаете огромную энергию, огромную силу. Кроме этого, вся Вселенная дает вам огромный потенциал, огромную силу, чтобы превратить ваше желание в реальность. Эта огромная сила Вселенной, может быть, даже лежит вне нашего человеческого понимания, как работает этот мир. Все, что вам необходимо знать, это верить в то, что ваше желание имеет силу, что вся Вселенная работает над тем, чтобы превратить ваше желание в вашу реальность. Чтобы помочь вам четко определить, чего же вы хотите, сегодня я проведу вас через визуализацию. Это особенная медитация. В этой медитации вы создадите свое четкое намерение и отпустите ваше желание, ваше намерение в руки Вселенной. Давайте начнем. Сядьте поудобнее, закройте глаза и сделайте огромный вдох и большой выдох. Представьте себе, что вы находитесь на великолепном пляже. Сделайте огромный вдох и вдохните свежесть моря. Почувствуйте теплый морской ветерок на вашем лице. Почувствуйте, как ветер раздувает ваши волосы. Еще раз огромный вдох. Втяните себя в свежесть морского воздуха. Почувствуйте теплый песок между пальцами ваших ног. И взгляните на огромный, бесконечный океан перед вашими глазами. Все оттенки синего, бирюзового, голубого находятся здесь, в этом океане. Вдохните в себя всю красоту океана, пляжа. Вдохните в себя изобилие природы, бесконечное синее море, белый песок, безоблачное голубое небо над вашей головой. Вдохните в себя всю красоту Вселенной. Вдохните в себя все изобилие Вселенной. И посмотрите, рядом с вами у ваших ног лежит бутылка, пустая бутылка. И рядом с ней бумага и ручка, свернутая для того, чтобы положить ее в бутылку. Вы садитесь на пляж, вы садитесь на песок, и на этом листке бумаги, глубоко вдохнув и почувствовав всю прелесть Вселенной, вы пишете все свои желания, все свои намерения. Сделайте огромный вдох в свое сердце, слушая мудрость, желание своего сердца.
Напишите на этом листке бумаги все, о чем вы мечтаете, все, чего вы желаете в глубине своего сердца. И сделайте огромный вдох, сверните этот листок бумаги, положите его в бутылку, закройте бутылку пробкой и внутри себя, может быть, тихо скажите небольшую молитву, попросите Вселенную, чтобы она исполнила все ваши желания. Это или что-то еще лучше. И чтобы отпустить ваше желание в руки Вселенной, чтобы отдаться Вселенной, выбросите эту бутылку или бросьте эту бутылку в океан, в этот безграничный, огромный, прекрасный океан. И знайте в глубине души, что Вселенная уже знает все ваши желания. И что если у вас есть вера, если вы полностью доверяетесь Вселенной, ваши мечты исполнятся. И если даже не эти мечты, то знайте всегда, Вселенная даст вам то, что вы хотите, или же что-то еще лучше. Сделайте огромный вдох, вдохните правду этих слов в свое сердце. И в сегодняшней медитации мантра дня звучит таким образом. Ом мритам нама. Ом мритам нама. Ом мритам нама. Что значит «я разрешаю течение Вселенной» или «я отдаюсь течению Вселенной» легко и просто. Мои поступки, мои желания всегда поддержаны Вселенной. Или Вселенная всегда поддерживает меня, мои поступки, мои желания. Ом мритам нама.
И верните свое внимание к своему дыханию, сделайте огромный вдох и большой выдох. Отпустите мантру дня. И помните, что Вселенная хочет любить вас. Вселенная вас любит, Вселенная хочет вас поддержать. Вселенная хочет, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы. Вселенная хочет, чтобы вы исполнили свой полнейший потенциал в этой жизни, в данную минуту. Но все это зависит от вас. В первую очередь вы должны сделать этот новый выбор. Вы должны верить. Вы должны довериться этой щедрой любви Вселенной. Спасибо. Намасте.